Спаси, Боже, люди Твои, благослови достояние Твое, посети мир Твой милости и щедротами, возвыси рук христиан православных и неспосленной милости Твоя, богатые молитвами, всепречистая Владычица нашей Богородицы, Преснодева Марии, силой честнага и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплодных, честнага славного пророка Претечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова, и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великих княгини Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских и всей Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Макария, преподобного Макария, священномученика Иакова, святых славных и доброповедных мучеников, новомучеников и исповедников российских, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Илариона архиепископа Верийского, святых царственных, страстотерцев, преподобномучениц, великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, преподобных отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Москвы. Александра Невского и Данила Московского, праведного Иоанна Кронштадтского,
и праведного Алексея Московского, блаженного Ксения Петербургского, блаженного Матрона Московского, святых славных и добропобедных мучеников, страстотерпцев и бестребников, Космы Дамиана, Кириллиана, Пантелеймона, Ермолая, Самсона и Давида, Макия, Никиты, Фалалея и Трифона, и иже во святых мучеников 4, 10 и 5, иже в Никополе, Арменским, Леонтием, Маврития, Даниила, Антония, Александра, и Никиты, Фессиния, Минеи, Верилады и прочих, преподобного Силуана, схимника Печерского, иже в дальних пещерах, мученика Аполлония, мученика Леонора и Силуана, преподобных пустынников египетских, огнем и дымом упоренных, преподобного Евмения и Парфения Картинских, и преподобного и богоносного отца нашего, Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, их же и память не совершает. Святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и все святых Твоих, благоприятного сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбец. Thank you.
5000 насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святем храме сем, граде сем, стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты еси благословляй и освящай всяческое, Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Господи, услыша меня, сердце скорбей моих избавь меня, просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Вещего дай, Господи, услыша меня, сердце скорбей его спаси. А Божий ангел Господи, нагрязающийся его, избавьте. Кусите и видите, яко благо Господь, блажен муж и жил уповай. Бойтесь Господа, все святи его, яко не спешение, боящийся его, богатый, обнищавший из алкаша, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Благословение Господне на вас, Бога благодати и человека любит, всегда, ныне и присно, и во веки веков.